Мы же с вами, как я сказал, едем в Вилорский храм. Вилорский храм, он датируется, сейчас дай Бог памяти, 12-13 веком. Не 13-50, а 12-13 веком. Именно с той стороны он также почитался. Именно с Мегрел, переходили границу. Ярмарки на праздниках, в общем, всегда были вокруг этого храма. Сам же храм, да, типичное грузинское зодчество, вы его увидите. Также в наше время решили сделать православный купол, небольшой, луковичный, как вот в российских православных церквях. Грузинская общественность сразу, ЮНЕСКО, что в Хазы рушат, в общем-то, историческое значимое здание. Сам храм называется Георгия Победоносца. Вы знаете легенду вообще, как он возник? Один из князей охотился в этих местах. Тут же раньше, не то что раньше, до сих пор есть место, святилище. Я не буду называть имен, пожалуйста, это нельзя. То, что древняя вера абхазов, традиционная, это не язычество. Абхазы верили всегда в монотеизм, в живого бога. И даже его на фресках нет, то есть не зарисовано ничего, он как бы есть. Охотился и удовлетворил священной рощи, где было поклонение. Он подстрелил лань, и она скрылась в этой роще. Он пошел по ее следам. Его стрела, в общем-то, была в самой лане. Он зашел в эту чащу и увидел вдруг камень. А камень, который один в один похож на алтарь. А в камне крест. А рядом стоит вот эта подстреленная лань и голову положила на алтарь. И тогда князь понял, что нельзя трогать эту лань. Он понял, что это животное под защитой самого Георгия Победоносца. И он приказал здесь воздвигнуть храм. Рядом со святилищем. Потому что каменный алтарь именно там и проступал крест. Там есть колодец. По легенде, сам Георгий Победоносец уронил в этот колодец меч. И вода в этом колодце уже святая, освященная. За иконы не буду рассказывать, знаете почему? Потому что там все написано. Каждая икона. Я вам расскажу, вы уже это знаете. Нет, подходите, смотрите, узнавайте, понимаете? Я единственное скажу, что там икона есть Евстафия Апсилийского. Я вам говорил, единственный из абхазов, который был достоин лика святого мученика. Знаете, как же это произошло? Я вам, помните, рассказывал о Накопии, нашествии арабов, да? Евстафий был сыном Марина, первейшего из Апсилов. Именно Абазги, Апсилы, Саниги, Месимьяни, эти племена, говорящие на одном языке. Был Абазги, Апсилия. Он был, как вы знаете, святой мученик, мечник. В бою он был взят в плен, когда арабы взяли Сухумскую крепость. Они взяли в плен сына первейшего правителя Апсилов, Марина. И тогда ему Мурван ибн Мухаммед сказал: «Прими ислам». На что святой Евстафий отказался. Он сказал: «Я не предам ни отца, ни веру, ни мать». Вот как сказал Евстафий. Он был прилюдно четвертован. Он был живой, он страдал за веру. Ему рубили в живом руки, ноги, отсекали по частям, четвертовали. Позже же его возвели в ранг святого мученика, который пострадал за веру. И там есть икона Евстафия Апсилийского. Ну, вы понимаете, наверное, почему она мне роднее, как бы. Это мой сородич. Конечно же, я всегда подхожу к этой иконе, если я захожу в храм. Кто не воевал? Я же говорил, у меня два соседа, да? Братья, дядик, в принципе. А вот и сам Дранский храм. Видите, вон там купол. За этот купол. Ой, да, Дворский храм. Вот за этот купол я вам говорил. Также вы увидите могилы. Надписи будут там на грузинском языке. Это Йылыр. В абхазском мы называем Йылыр. Пожалуйста, мои золотые. Я вам даю здесь полчаса, а потом мы будем думать. Я еще позвоню, если что, я придумаю, с вами же также посоветуюсь и сделаю, если дороги не будет, альтернативу.
А? Источник не здесь. Здесь колодец. Видите, он тут, я вам говорил, колодец. Видите, люди всего воду набирают. Именно по легенде в него уронил. Нет, в колодце нельзя, здесь пьют. Да, здесь нельзя. Потому что, я говорю, по легенде, Георгий Победоносец сюда меч уронил. Сейчас 13. Thank you.
Сколько? Их было пять. Синяя память не изменила, и их было пять. Сейчас не знаю. Чапа хакула на хазадюра, а евангелецкая актенчра зыгешзо. Я митнута евангелецкая абхара. Адам Рачадай, Егилбей, Адам Раха, Шатгас. Дына Симон Петр, Егиасабзи, Боза Цая, Эрчадана, Ералхет, Ехапыту, Адам Раттергей, Егхаздро, Муйдахиштер, Цусха. У Абасхан Петр, Егиацая, Дулцна, Адам Рахерчу, Нархей, Уйортаю, Джегя,
и барюни ступлы таха егя царя, я хадлас нады он окна, петер ди опасна пха, адам рачадай, да налопый бей, абскоршащишта заха, адам рад тамлы, обаспану иштерхна, дай циман петер, уя дам рад талы, я гибой табскорша, шишто, нас гера, еха я хазат пасыш, еге, абскорша па, ирчтам па, ера ты пача хаза, ей порвни шиштаз, у абаспан еге рабха дам рачи яз, а цавет талан и бам, а грайге, есть бам зарвут макяна, ераздыр вамаз, а вередские нас, я раб страхна, дабзахарана, шафа.